Подпольную нарколабораторию накрыли в Алматинской области. Во время спецоперации полицейские обнаружили оборудование для изготовления наркотиков, а также вещество кристаллообразного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, оно является психотропным и входит в список запрещенных на территории Казахстана. Незаконный бизнес двое уроженцев Жамбылской области развернули в одном из частных домов в поселке Теренкара. 21-летний парень и 24-летняя девушка признались, что распространяли товар в регионе Алматы. По факту возбуждено уголовное дело. При осмотре места происшествия были изъяты кристаллообразные вещества общей массой 615 грамм 87 миллиграмм. Также вещество, изготавливающее кристаллообразное вещество, свыше 10 килограмм. Подозреваемые лица задержаны в данный момент. Дают признательные показания, водворены в изолятор временного содержания.